Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня, как и обещал, обещанный ролик для вас о том, как я первый раз попробовал фармакологию, стероиды. Как это было, о своих разочарованиях, о своих успехах. И для многих это будет очень интересная информация. Даже если вы никогда не задумывались о применении фармакологии, я вам настоятельно рекомендую посмотреть данный ролик. Вы наоборот убедитесь в том, что вы идете по правильному пути. И сообщаю для всех, данный материал не несет в себе никакую пропаганду, никаких запрещенных препаратов. Несет только мотивацию, только информацию для вашего размышления, для того, чтобы ваша копилка знаний всегда пополнялась. В прошлый раз я вам рассказывал, почему крайне глупо начинать применять фармакологию в раннем возрасте, почему глупо вообще начинать фармакологию принимать, не достигнув своего потолка. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую посмотреть, потому что вы узнаете, как влияют стероиды на вас, если вы не достигли своего потолка, тренируясь в натураху. И какие последствия это несет. А последствия катастрофические, и вам они не понравятся. Но начнем рассказывать о том, как я первый раз познакомился с фармакологией. Это было 25 лет назад. И, друзья, не 25 лет назад, ну, неважно, лет 20 назад точно. Смысл в том, что тогда о стероидах было еще больше мифов, чем сейчас. Да-да, такое возможно. Потому что я свято верил, и большинство вокруг меня занимающихся верили, что достичь формы выступающего спортсмена на конкурсе «Мистер Олимпия» можно в натураху. И все зависит только от того, как тяжело вы будете пахать. Естественно, мы пахали, загоняли себя в жесточайшую перетренированность, но не росли и тренировались еще больше. Из всех тех людей, кто начинал тренироваться со мной в те времена, сейчас тренируется не один. Представляете, только я продолжаю тренироваться, продолжаю развиваться и надеюсь, что все-таки помру тоже в тренажерном зале. Это не печальная информация, а, скорее всего, радостная, по крайней мере, для меня. Почему мотивация для тех, кто не занимается в натураху? Потому что вы увидите на моем примере, насколько фармакология не важна, а насколько важны действительно наши мозги. Нам раньше вообще говорили, что фармакология – это страх, что от нее можно умереть, что фармакология не дает роста силы и массы. И даже сейчас вы найдете информацию от медиков, что фармакология не дает никакого прироста массы и силы. Да-да, они на полном серьезе заявляют такие вещи и верят в это, что самое интересное. И даже большинство врачей скажут вам, что взрослый человек, у которого закрылись зоны роста, не получит никакой пользы от применения гормона роста. Но это отдельная тема. Итак, я отзанимался 2 года почти. За это время я достиг в становой тяге, будучи новичком, 195 килограмм. Мы тренировались тогда с моим другом Сергеем Комаровым, кто его знает, из Тольятти, привет. К сожалению, он тоже не тренируется сейчас. Но у нас была такая очень мощная команда, мы постоянно друг друга мотивировали, тренировались, и нам это очень нравилось. Наше любимое упражнение было становая тяга. Мы вот пахали, делали его не на каждой тренировке, но чуть ли не через тренировку. Я тоже очень любил это упражнение, чувствовал в нем силу. И вот по истечению почти 2 лет своего тренинга я дошел до потолка, что не могу, вот ставлю на штангу 200 килограмм и все, но вот хоть усрись, извините за выражение, не могу я ее даже приподнять от пола, не то что там поднять. Просто катастрофически меня это убивало. То же самое у моего друга. Делаем мы эти 195, ну 200 никак, вообще никак. Катаем только штангу по полу. Естественно, это меня разочаровывало, это меня угнетало. И на тот момент с нами тренировался еще один парнишка. Он
принимал ритаболил. Его присед был просто запредельный. И он вот из такого дрыща за полгода превратился просто в монстра. На тот момент ритаболил был еще действующим препаратом, потому что выпускался компанией Гедеон Рихтер. Но по истечению 10 лет, а сейчас уже, наверное, больше 15 лет, этот препарат не выпускается. Но еще 10 лет после того, как он был закрыт, как был прекращен выпуск на заводе Гедеон Рихтер, ритаболил продавался в аптеках России. Делайте об этом вывод. Да до сих пор, наверное, есть где-то подобный препарат. Но напоминаю вам, что завод-изготовитель не выпускает его уже больше 15 лет. Действующее вещество у ритаболила, тогда его можно было свободно, без рецепта, купить в аптеке, нандролон-деканат. Это вещество после введения в организм начинает действовать на третьи сутки после того, как вы его введете. Понимаете? На седьмые сутки достигает максимума. Еще раз, на третьи сутки препарат только затрагивает организм и начинает свою работу. Так вот, друзья, будучи расстроенным, несколько месяцев не могу я поднять 200 килограмм, а очень хочется, я решил под страхом всех мифов попробовать фармакологию. Пошел в аптеку вечером, втихаря купил ритаболил, купил шприц, набрал дома половинку укола, половинку выбросил, вообще жесть, и сделал вечером укол. А утром у нас тренировка с другом. Понимаете, да, это даже 12 часов не пройдет. А препарат начнет действовать только на третьи сутки. Но я, естественно, ничего этого не знал тогда. Многие из вас и сейчас, наверное, не знают. Так вот, придя на тренировку, чувствуя какое-то такое заговорческое настроение, как будто я вступил в какую-то секту, испытывая огромное чувство вины, я ставлю на штангу 200 килограмм, естественно, после разминки, после предварительных подходов, и легко встаю. Я сам в шоке. Ставлю 205, тоже встаю. Ставлю 210 и встаю с 210 килограммами. Представляете, насколько мощно моя психика поверила в чудодействие стероидов. Хотя стероид даже не затронул еще мой организм, он даже не начал работать. Пол укола ритаболила, он начнет действовать только на третьи сутки. Но я уже, будучи уверенным в том, что во мне чудодейственная волшебная сила, увеличил вес становой тяги на 15 килограмм, друзья. Это ли не чудо? Так вот, друзья натуралы, все в нашей психике, в нашей голове, в нашей мотивации. Если вы не верите в то, что вы не сделаете определенное количество повторений, если вы не верите в то, что вы сможете осилить этот вес, вы никогда его не осилите. Не зря Дориан Яц всегда, когда шел на тренировку, уже с вечера прокручивал эту тренировку у себя в голове и по нескольку раз в своем сознании он уже завершал эту тренировку успешно. Естественно, когда он шел на следующий день на тренировку, он легко ее выполнял. Не будем сейчас говорить о стероидах, потому что вы увидели на моем личном примере, я сам потом, когда узнал об этом, был шокирован, что никакой стероид, никакой нандролон-деканоат на тогда, через 12 часов, ну меньше даже, через 10 часов после его введения, не мог повлиять на меня. И встал я на 15 килограмм больше в становой тяге только за счет эффекта плацебо. В медицине известный такой эффект. И все вы можете так себя настроить. Еще один очень хороший пример. Вы знаете, что в большом спорте нет ни одного человека, особенно кто выступает на Олимпиаде, кто бы не принимал фармакологию. Даже шахматисты и те принимают какие-то запрещенные препараты. Так вот, о чем речь. Любой эффект... Любой рекорд, устанавливаемый спортсменом, практически сразу ведет за собой повторение другими спортсменами. Редко бывает, когда какой-то рекорд
держится долгое время. Хотя такие случаи тоже есть. Но вы знаете, что исключения только подчеркивают правила. О чем речь? Все ведь принимают фармакологию. И сейчас не секрет. Все знают, какая существует фармакология. У кого-то лучшие врачи, у кого-то лучшие лаборатории. Но все принимают фармакологию. И понимаете, насколько тонко моральная настройка, грубо говоря, какое время многие люди не могли преодолеть планку в 500 кг в тяжелой атлетике. Очень долго, пока Власов это не сделал. Потом уже стали за ним подтягиваться. А в пауэрлифтинге возьмите, как долго держится рекорд, пока какой-то чудак, какой-то супермотиватор не сделает новый рекорд. И все сразу начинают стремиться к этому и верят в то, что это возможно. Друзья, находите, черпайте внутреннюю силу в себе. Это как мотивация, о которой я вам говорил, как ощущение счастья. Рождается сила внутри нас. Счастье живет и рождается внутри нас. Мотивация рождается только внутри нас. Давайте мы будем флагманами, которые тянут за собой спорт, а лучше говорить физическую культуру в нашем с вами случае, потому что мы не выступающие спортсмены. И давайте мотивировать других людей, как это делает Шредер. Респект ему огромный, потому что он показывает, что в натураху можно достичь многого. И кто будет говорить, что Шредер там не прав, что его поймали на детекторе лжи? Во-первых, друзья, нет, в мире не существует детектора лжи. Есть полиграф. Что такое полиграф? Ни один суд не принимает полиграф за последнюю станцию. По той простой причине, что полиграф не показывает, врете вы или нет. Полиграф показывает вашу реакцию на тот или иной вопрос, на то или иное действие. Вот и все. Просто это большая тоже бизнес-индустрия. Вы знаете, сколько стоит пройти полиграф. И поверьте мне, никогда полиграф не будет детектором лжи. Никогда. Потому что все здравомыслящие люди понимают, что реакция на тот или иной вопрос может быть у любого человека, и она не связана с тем, что врете вы или нет. И не нужно мне писать в комментариях, что я не понимаю, как действует. Все я прекрасно понимаю. Я также знаю, что придя к врачу, многие люди волнуются, у них просто поднимается и пульс, и давление. А если вам задают какой-то неприятный, некорректный, неважно по какой причине вопрос, у вас, естественно, будут какие-то сбои. Поэтому полиграф не детектор лжи. И в мире до сих пор нет детектора лжи. Респект Шредеру, респект всем вам, друзья, кто тренируется в натураху. Думайте всегда головой. Увидимся с вами в тренажерном зале. Надеюсь, что мои ролики полезны вам. Не обязательно подписываться на мой канал. Я не стремлюсь к тому, чтобы у меня было много подписчиков. Я стараюсь достучаться до думающих людей. Заходите на мой сайт hmgym.ru, где собраны очень много статей на все интересующие вас вопросы. Друзья, перед тем, как задать вопрос в комментариях, обязательно зайдите на сайт, почитайте. Поверьте, на 99,9% вопросов, которые вы задаете, уже существуют ответы. О локальном жиросжигании, о похудении, о добавках, о витаминах, о том, как принимать и что принимать после тренировки, как и что есть до тренировки, что есть утром, почему нельзя есть молочку, почему БЦА работают, как наши мышечные группы связаны между собой, почему важно делать базу, почему не важно делать изолирующие упражнения для натурального атлета. Куча информации, которую я даже сейчас не вспомню. Все это собрано для вас абсолютно бесплатно в моих роликах. Также не забывайте, что бизнес-фитнес-индустрия заточена только на то, чтобы выманивать, выколачивать из вас деньги. Поверьте, я владел залами и в России, и в Америке у меня есть залы. И залы зарабатывают, особенно фитнес-центры, именно не на ваших абонементах, а на персональных тренировках. И задача менеджмента, и я в этом убеждаюсь не раз, я сейчас вам покажу один пример. Мне очень много примеров приходит, я просто раньше это не показывал. Действительно, люди в фитнес-клубах,
обучающие люди учат тренеров, персональных тренеров, именно как можно больше, дольше тренировать вас, чтобы вы не получали никакого результата, чтобы выколачивать из вас денежку за персональный тренинг. Потому что, повторюсь, минимум 60% от тех денег, которые вы отдадите тренеру, заберет фитнес. Многие мне не верят, когда я рассказываю, как обстоят дела в фитнес-бизнес-индустрии. И как выкидыши от этой бизнес-индустрии, псевдо-инструктора, менеджеры, тренера ведут дела. И как и почему вы не получаете никаких результатов. Вот вы видите одно из сотен сообщений, которые мне пишут люди, тренирующиеся, работающие в тренажерном зале в том или ином виде. А вот конкретно девушка, которая работает в тренажерном зале и по каким-то обстоятельствам решила поменять зал, скорее всего, потому что поменяла место жительства. Не буду описывать то, что она пишет там вообще о моем канале. Перейду сразу к делу. Вчера была на собеседовании. Я как год работаю тренером в тренажерном зале, решила сменить клуб. Так вот, провел собеседование со мной старший тренер. И он пропагандирует то, что удержать людей на персональные тренировки, они не должны видеть результат. Или хотя бы тянуть этот процесс. Понимаете, друзья? Так происходит везде, потому что современная бизнес-фитнес-индустрия, особенно большие фитнес-центры, зарабатывают не на клубных картах, а на персональных тренировках. Потому что как минимум 60% от ваших денег, которые вы платите за персональные тренировки тренеру, идут в фитнес-клуб. Думайте, друзья, со своей головой всегда, что вам пропагандируют, что вам советуют. Друзья, делитесь этим роликом со своими друзьями, а мы с вами увидимся, как всегда, в тренажерном зале Heavy Metal Gym. Всем здоровья и сухой мышечной массы!